боевая игра, я думаю, всем зрителям понравилась. Мне, в принципе, по накалу игра понравилась. Но, к сожалению, у нас есть проблемы. Прежде всего, на это положение, и, в принципе, они проявились опять и в этой игре. В остальном, качеством, скажем так, недоволен, но удовлетворен. Ну и должны, конечно, были в конце забивать. Я думаю, счет не по игре, я думаю, мы должны были как минимум играть в ничью. Пропущенные мячи – это целиком полностью своя вина? Да, конечно, здесь сами виноваты, на стандартах недостаточно внимательно действуем. К сожалению, это уже... Работаем над этим, но сложно, пока продвигается дело наше. Сегодняшнее усиление пошло на пользу, почувствовали, что... Да, конечно, когда ребята играют с игроками из ФНЛ, они чувствуют себя более раскрепощенно, увереннее, и помощь оказали хорошую сегодня. Сезон, по сути, завершен, можно подвести его итоги, чем он продуктивнее прошлого сезона, и в чем его, может быть, главный итог и главный результат? Я считаю, что в этом сезоне мы продвинулись на несколько шагов вперед, несмотря набрали большее количество очков, улучшились условия у нас. Вот. Сейчас есть тот же самый позитивный момент, и еще будем есть куда расти. Улучшаются материальные условия, и, соответственно, я уверен, улучшатся результаты. Ну и самое главное то, что наши футболисты сейчас, полнейшее взаимодействие с основной командой, тесное сотрудничество. Наши футболисты приглашаются на тренировки, в общем-то, и мы надеемся, что они скоро пополнят ряды факела, хотя не так в заявке, но я думаю, что уже и на сборы поедут и будут привлекаться. Скажите, вот если говорить об этом сезоне, можете выделить, что вот кто-то раскрылся и стал такой звездой, героем в команде этого сезона? Честно говоря, не хотелось бы выделять сейчас никого. В принципе, все возмужали, набрались опыта. Идет совершенствование футболистов, как футболистов у нас в команде. И предела совершенствования нету. Поэтому не хотелось бы кого-то выделять. В целом, скажем так, удовлетворительно провели сезон. Которые надо вот дальше улучшать. Сейчас отпуск, когда возобновите тренировки, есть какая-то ясность? Да, уже есть ясность. Месяц будем отдыхать до 4 декабря, с 1 ноября. Затем втягивающий цикл в декабре, январе базовый. И затем у нас запланированы в городе Сочи сборы. И тренировочный процесс полностью расписан. На хороших полях, на хороших стадионах уже, в принципе, достигнута договоренность. Я надеюсь, подготовка будет самая лучшая за последние годы. Много человек по возрасту сейчас выскочит из команды? Нет, Соколов Вадим, один центральный защитник. Остальные еще пока проходят под возраст, под молодежные команды. Но мы привлекаем еще позитив, как мы привлекаем молодежь. Уже 2002 года даже 16-летние ребята у нас выходили и играли. Так что есть сейчас на днях будет несколько игр проведено среди 2002-2001 годов. Отсматриваем ребят и ведем селекционную работу. То есть костяк удастся сохранить, надежда на то, что основа останется на следующий сезон? Вот костяк ребята однозначно сохранится, но и конкуренция со стороны молодых футболистов то же самое будет. 2002-2001 года рождения. Их, к сожалению, не очень много, но они есть. Будем привлекать их. Конкуренция еще никому не помешала.